Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Nissan March 2004 года выпуска с двигателем 1.2 на автомате. На этом автомобиле мы сегодня снимем радиатор системы охлаждения, а также снимем передний бампер и промоем радиатор кондиционера. Промоем эти радиаторы мы керхером. Для этого сейчас поднимаем автомобиль, сливаем антифриз и откручиваем бампер. Поднял автомобиль. Здесь телевизор снизу у нас замятый. Прилично он сюда ушел. Посмотрим, как будет нам удобно, неудобно снимать. Шланги, намыватель. Краник здесь вот он в радиаторе. Но с краника сливать не буду. Сниму нижний патрубок. Поставлю тазик и с нижнего патрубка будем снимать. Снял оба хомута с патрубков. Сейчас снимаем патрубки, которые идут на радиатор у нас охлаждения, и затыкаем его болтами. Болты взял десяточку. Сначала одну сторону сдергиваем, потом вторую сторону сдергиваем. Маленько масла будет потеря, но будет совсем чуть-чуть, только то, что останется в радиаторе. И снимаем этот
Все. Сейчас там с радиатора остатки выбегут немножко. А теперь мы откручиваем бампер снизу. Ну, здесь все разбито. Здесь всего по два крепления с одной стороны. Здесь вообще одно крепление. И то оно вырванное. Держится бампер только сверху. Снял оба передних колеса. Здесь у нас бампер к крылу крепится двумя болтами. Болты стоят уже наши, не мазанные, ничего, они заржавели. Один с горем пополам открутил, а второй, похоже, придется ломать. Главное, чтобы грани на гайках не свернулись. Болты, головочка на 10, М6. Крутим. Все, открутил здесь болт. Здесь помимо болта еще и саморез ребята уже сделали. Потому что оба крепления здесь надорваны, не держали. Также с этой стороны. Но здесь бампер, он уже надорванный. Одно ухо здесь разорвано. Клипсы все стояли газелевские. Тоже бампер открутил. И вот это, которое здесь ухо защелка, тоже разорвано. Теперь мы снимаем вот эти клипсы, кстати, тоже газелевская. Вот родная, здесь отломанная. Снимаем эти клипсы. И я думаю, что бампер у нас пойдет. Вот эту вырывать придется. А я даже здесь не пришлось. Это вот газелевские, которые внутрь солдатик заталкивается. Шляпки уже поотрывались. Она у нас не мешает. Также и с этой стороны. Здесь снизу, вот они, сейчас поправляем рукой аккуратно и вытаскиваем решеточку эту вперед. Вот этот солдатик снизу вот так вот вверх поднимаем, и она выходит. Здесь у нас под фарой еще крепление. Болтик на 80,
Но это уже быстрее, сегодня родной. Саморез жигулевский стоит от крыла, 9-й. Также с этой стороны у нас крепится, также снимаем решеточку. Придерживаем бампер и откручиваем этот саморез. Все, бампер мы сняли. Вот наш радиатор кондиционера. Видно. Он вот такой вот изогнутый, прижат к, вот здесь вот прижат к основному радиатору. Вот эту планку дергали и на место до конца все равно не поставили. А лонжероны у машины маленько по сторонам разошлись, потому что зазор на крыльях большой. Ну ладно, это уже не наше дело. Это дело жестянщиков. Снимаем сверху воздуховод. Девятая клипса из багажника. Наполовину Rush Автопром. Снимаем патрубок. Верхний патрубок скидываем и потом скинем, открутим вот эту планку, приподнимем. Ну а теперь снимаем обе фары. У нас вот этот кронштейн, крепление будет мешать, чтобы планку открутить. Клипсу сразу уберем. Вот я говорил про которые газелевские. Фара у нас крепится на трех креплениях. Здесь, здесь и сверху. Вот здесь вот. Три болта откручиваем, головочка на 10. А мы даже полностью ее не будем снимать, так в сторону отведем ее, и у нас здесь удобно. Также с другой стороны.
Здесь вообще непонятно, какой-то не болт, а винт. Также тоже ее отведем, снимаем вот эту клипсу. Снимаем вот эту, а не будем ее снимать, тросик. Мы планку целиком снимать не будем. Откручиваем болты. Также с этой стороны. Все, планка у нас шевелится, но теперь открутим вот этот болт на 12. Приподнимаем. Здесь резинка бачка проходит, я ее снял. Все, вот он, наш освободившийся радиатор. Сейчас мы основной снимем, а этот промоем на месте, чтобы фреон нам не спускать. Планку сейчас с хомутом капроновым закреплю. И снимаем радиатор. Сейчас отключим проводку, которая у нас идет на электровентилятор. И снимем вот эту клипсу. Отведем в сторону. Она уже нам мешать не будет. И мы спокойно поднимаем радиатор. А, у нас еще с левой стороны проводка здесь на клипсе. Сейчас ее тоже отцепим.
Ну вот он, радиатор. Скажем так, наполовину он забит, не просвечивается.